Всем привет! Вы посетили канал «Волнись, Чика». Сначала подпишись, пожалуйста, на наш канал и в конце видео не забудь поставить лайк. Привет. А у нас сегодня тема «Можно ли волнистым попугая огурчик?». Все хозяйки хотят побаловать своих попугайчиков и задаются вопросом, а можно ли давать попугаю свежий огурец? Конечно, можно. Этот продукт не только является самым популярным в их рационе, но и чрезвычайно полезен для их организма. И значит, его можно в их рацион питания. Полезные свойства и витамины свежих огурчиков для волнистиков. Известно, что огурец состоит из 90-95% воды. Однако он вмещает в себя комплекс полезных элементов и соединений, важных и крайне необходимых для полноценной жизнедеятельности волнистого попугая. Первое. Правильная работа пищеварительного тракта. Улучшение моторики кишечника отвечает клетчатка, вещество, защищающее организм от внешних и внутренних токсинов. Второе. Нормализация роста и развитие ткани организма попугая гарантирует фолиевая кислота. Она принимает участие в синтезировании аминокислот и ферментов, которые способствуют нормализации работе иммунной и сердечно-сосудистой системы. Третье. Правильное развитие костного аппарата и защиты кожных и перьевых покровов – это витамин А. Четвертое. Витамин В1. Нужен для нормального протекания обменных процессов белков, жиров, углеводов. Обеспечивает правильную работу нервной системы. Роид красных кровяные тельца регулирует непродуктивную функцию. Витамин С укрепляет иммунитет и борется с вирусами и бактериями. Витамин П способствует улучшению работы ЖКТ, ускоряет процесс усваивания пищи, стимулирует работу пищеварительного тракта. Кроме того, огурцы содержат в себе ряд микроэлементов. Это калий, магний, цинк, медь, йод, натрий, хром, фосфор, железо. В первую очередь он должен быть свежим и качественным. Давать нужно домашние огурцы с грядки, а не магазинные. В них много нитратов. Маринованные и соленые. Они могут привести к отравлению. Также даем без кожицы, на ней могут быть токсины. Злоупотреблять не стоит, то есть давать много. Переизбыток тоже может оказаться негативным. Я даю раз в неделю и думаю, этого достаточно. Грамотное питание – залог долгой и счастливой жизни вашего любимца.